Наверное, сейчас нет такого пользователя интернет, который бы никогда не слышал о видеосервисе YouTube. Этот ресурс обеспечивает развлекательным и познавательным контентом сотни миллионов людей. Вы, наверное, замечали, что у видео с быстрорастущим количеством просмотров счетчик останавливается на 301 просмотре. На самом деле это не баг, а способ борьбы с мошенничеством. YouTube проверяет видео с быстрорастущим количеством просмотров на подлинность, не накрутили ли их с помощью спама или программ. Спустя 1-2 дня счетчик просмотров придет в норму. Изначально YouTube планировался как сайт знакомств с возможностью загружать, отправлять и оценивать видео других пользователей, но всего через несколько недель разработчики поняли, что ограничивают себя и сменили курс. Самое первое видео на YouTube загрузил 23 апреля 2005 года один из его создателей. Видео называется «Я в зоопарке». В нем Джавет рассказывает о том, что у слонов огромные стволы. Первый комментарий, конечно же, был под этим видео. Его поставил пользователь под ником Cobalt Groove, и он написал слово «интересно». Google приобрел YouTube еще в 2006 году за 1,6 миллиарда долларов США. Треть видео, загруженных на YouTube, защищены авторскими правами, а их авторы могут быть спокойны благодаря системе Content ID. Она в год удаляет более 800 тысяч часов видео. В 2011 году на YouTube было загружено самое длинное видео длительностью 569 часов. Вам потребуется более 23 суток, чтобы посмотреть его, но, к сожалению, это видео удалили. С самого момента создания YouTube послужил рассадником множества мемов и вирусных видео, таких, например, как «Единорог Чарли», «Гарлем Шейх», «Эволюция танца», «Чарли укусил мой палец», «Кот-пианист» и еще много всего другого. Таким образом, YouTube создал больше мемов, чем любой другой сайт. Самый просматриваемый клип на YouTube – это Gangnam Style. У него более чем 2 миллиарда просмотров. Канал с наибольшим количеством подписчиков – это PewDiePie. У него более 38 миллионов подписчиков. На этом все. С вами был Макс. Ставьте палец вверх, оставляйте свои сообщения под видео. И не забывайте подписываться на мой канал. Всем до скорого и пока!